В Ачинском музейно-выставочном центре открыты сразу две выставки. Одна из них – «Метаморфозы» члена Союза художников России Ивана Кротова, а вторая – «Мы – дети космоса». Такие разные, но при этом перекликающиеся между собой работы маститого автора Ивана Кротова и участников международного конкурса детского рисунка «Мы – дети космоса», представлены в музейно-выставочном центре. Международный конкурс был учрежден в 2016 году. Его организаторами выступили благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих и Международный центр Рерихов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии художеств, Международного союза педагогов-художников, Российской академии естественных наук, Ассоциации музеев космонавтики России, Международной ассоциации фондов мира. За 5 лет существования конкурса в нем приняли участие более 20 тысяч детей в возрасте от 5 до 14 лет из 27 стран мира. И почти всегда юным художникам удается в своих работах отразить связь Земли и Вселенной, к чему зрелые авторы приходят через годы поисков. Заходишь в зал, и выставка Ивана Кротова. То есть это маститый художник, художник со стажем, художник-экспериментатор, который очень много хочет нового постичь в своей творческой жизни. И вот сейчас мы находимся в зале, и вторая часть зала занята выставкой международной, выставкой фонда Рерихов. Хочу сказать о том, что здесь детские работы. Но посмотрите, какие манящие названия. Здесь не только космос, здесь соединение космического и земного. Директор Ачинского краеведческого музея Марина Качан вручила благодарственное письмо куратору выставки «Мы дети космоса», руководителю красноярской группы «Друзей» общественного музея Рериха Вере Плешковой. Разрешите, Вера Александровна, вручить вам вот это благодарственное письмо с пожеланием на новые партнерские отношения. А выставкам, которые мы сегодня открываем, я говорю в добрый путь. После непродолжительной церемонии открытия выставок гости разбрелись по залам, разглядывая представленные работы. И в первую очередь, конечно, рисунки участников конкурса «Мы дети космоса». Все понравилось, все очень красиво, у всех талант. Да, все очень красиво, ребята большие молодцы. Я в таком возрасте не могла так рисовать. Воспитанницы Мариинской гимназии не скрывали, что пришли на вернисаж по приглашению классных руководителей. Но, осмотрев обе выставки, решили, что, может быть, еще посетят МВЦ, чтобы проникнуться духом, поразмыслить и открыть для себя что-то новое. То же самое может сделать любой ценитель искусства, поскольку работы пробудут в нашем городе 2 месяца.